Привет, с вами Владимир Алексеевич. Сегодня я делал еженедельную проверку давления в баллонах для SCBA и столкнулся с такой вот проблемой. Вот баллон, клапан закрыт полностью, давление 200 с копейками. Далее, надо спустить давление, чтобы отсоединить манометр. Я открываю клапан, давление идет и тут не падает. Что-то произошло с этим вот клапаном. Что надо делать? В общем, этот клапан, он ходит вверх-вниз. Для того, чтобы решить эту проблему, надо поднять вот так вот вверх этот клапан, покрутить его. И потом также в поднятом положении закрутить его до упора. Опустить и еще раз закрутить. Проверяем. Все, проблема решена.